К нам присоединяется Игорь Яковенко, российский журналист и социолог. Доброе утро, Игорь Александрович. Здравствуйте. Ну вот, вспоминая прошлые года и, собственно, скажем так, как уже многие аналитики политические говорят о том, что Путин пришел на крови, учитывая вот из последней, как мы напоминали нашим зрителям, событий о подрывах домов. Как вы видите, насколько сейчас возможны подобные теракты, чтобы сохранить власть, учитывая то, что так называемая военная операция идет не по плану на самом деле, и понимаем, что вскоре тоже выборы в Российской Федерации, и как-то надо будет поднимать этот политический рейтинг, или для этого нет абсолютно смысла, как говорится, кто считает, тот и, в принципе, голоса, я имею в виду избирателей, тот, в принципе, и побеждает. Ну, что касается терактов, действительно, Путин пришел к власти на крови. Здесь сомнений особых нет. Ну, а сегодня, собственно говоря, вот эти вот точечные разовые теракты, которые были в 99-м году, они стали одним большим терактом в отношении украинского народа. До этого было много других терактов. Сейчас Путин одновременно осуществляет два геноцида, как минимум. Геноцид украинского народа, геноцид сирийского народа. Не надо забывать, что в Сирии тоже происходит трагедия, ничуть не меньше, чем в Украине. Просто Украина – это Европа, поэтому фокус внимания на нее. Но и вот на сегодняшний момент можно сказать, что вот то, каким образом Путин пришел к власти, сейчас уже вылилось в гигантскую катастрофу для всего человечества. И, собственно говоря, то, что происходит сегодня в Украине и в Сирии, это, по сути дела, постоянный один сплошной гигантский теракт. Удары по жилым, то есть если раньше этот теракт как бы маскировался, значит, там под видом там рязанского сахара и так далее, то сейчас удары по жилым домам в мирных городах Украины — это что, как не теракт? То есть это происходит постоянно, то есть просто уже открыто, Путин уже не скрывается. И масштаб, конечно, совершенно другой, гигантский масштаб. Это уже десятки тысяч людей погибших, мирных граждан Украины, которые погибли в результате этих терактов. И Россия, безусловно, террористическая страна, террорист, несомненно, под руководством Путина стала. Ну а что касается какой-то электорального использования этих терактов, то, ну, откровенно говоря, не знаю, может быть, но я, понимаете, если все-таки в 99-м году, когда Путин шел к власти, когда была задумана и реализована эта спецоперация «Преемник», тогда все-таки Россия была совершенно в другом состоянии. Действительно, там была, пусть и не абсолютно свободная, пусть и не очень демократическая, но тем не менее, ну, это в этой стране, в России тогда было невозможно нарисовать просто результат. Просто невозможно, это факт. И там выборы, они, конечно, не были там особенно честными, особенно справедливыми. Там было использование административного ресурса довольно серьезного. Там было манипулирование с помощью СМИ. Все это было. Но все-таки реально голосование, вот это опускание бюллетеней в урны, оно отражало настроение. Пусть это на это настроение можно было влиять, используя административные ресурсы. Но сам факт голосования и подсчетов, ну, фальсификации не были, по крайней мере, стопроцентными. Сейчас, вот, откровенно говоря, я не очень понимаю, зачем. Зачем устраивать теракты, потому что действительно можно, то есть их можно устраивать, но для какой-то другой цели. А для того, чтобы прибавить себе голосов, я не уверен в том, что такая необходимость есть, потому что действительно уже известно, что свыше 90% будет, а эти 90% будут. Mm-hmm. И это обеспечено квалификацией. Тогда я поточню, поскольку была история с двумя чеченскими войнами, очень неудачными и кровопролитными, и, конечно же, истощающими для Российской Федерации. Поэтому мы видим по этим терактам, в Беслане и так далее, что тут хочется очернить некий народ, сделать из них террористов. И, возможно, сейчас в данном случае захочется также сделать не только на словах, да, во время войны, что вот какие-то неофашисты, якобы украинцы,
чтобы мобилизовать общество, та же всеобщая мобилизация, пускай это и не политическая, да, может быть, какое-то основание, а вот именно чтобы мобилизовать общество для всеобщей мобилизации, к примеру. Ну, да, вот это уже ближе, вот это теплее. То есть предыдущая версия, что устраивать какие-то теракты для получения нужного результата на выборах, ну вот я еще раз говорю, конечно, все может быть. Вообще прогнозировать, что происходит между ушами вот этого человека, маньяка, довольно сложно. Но я не думаю, что для электоральных целей что-то нужно другое, кроме госпожи Панфиловой, которая сидит в центре избиркома, и господина Кириенко, который отвечает за выборы. Они сами все сделают, нарисуют, здесь ничего не надо. А вот что касается для того, чтобы попытаться придать какой-то мотив этой войне, ну, может быть, да. Это вот это уже теплее, это возможно. Хотя, ну, в целом, я думаю, сейчас все-таки основной ресурс мобилизации – это, с одной стороны, административный ресурс, а с другой стороны, это деньги. Потому что те 200 тысяч, которые обещают участникам этой агрессивной войны, они довольно серьезные. Мотив для людей, которые в регионах получают, ну, средняя зарплата по России порядка 70 тысяч рублей. Ну, а есть регионы, в которых там и 30 тысяч, это хорошо. Поэтому 200 тысяч вот для таких, для выходцев из таких регионов, это существенно. Так что я думаю, что все-таки деньги являются основным мотивом для того, чтобы люди не сбегали. Потому что, ну, вот мобилизация, видимо, все-таки начнется в какой-то обозримый период, и она столкнется с большими проблемами. Люди будут уклоняться. Ну, прежде всего, потому что никто не в состоянии объяснить вообще, зачем эта война началась, и зачем людям надо ехать и умирать в Украину, и убивать украинцев, тоже совершенно непонятно. То есть, ну вот для того, чтобы такой мотив появился, ну, по крайней мере, они могут задумать какие-то теракты, да, действительно, такое может быть. Игорь Александрович, я бы вернулся, с вашего позволения, к теме Беслана непосредственно, той трагедии, которая произошла почти 20 лет тому назад. Помните, в 2017 году Дудь снимал видео «Беслан, помни». Фильм, который, в принципе, был посвящен людям конкретно и их взаимоотношениям, если так можно это назвать, с государством. Тогда Беслан, помни, стала одной из героиней, Марина Дучко, ей попал осколок в позвоночник, у нее начался сепсис, она больше не могла ходить, по сути дела. Марина рассказывала о том, что государство ей выплачивает 13 тысяч рублей в месяц. В 2017 году и сейчас 13 тысяч рублей – это разные деньги. Но, тем не менее, даже на то время это было, неправильно говорить, недостаточно, мало. Наверное, вот таким образом можно будет сказать. Тогда Дудь поднял несколько важных вопросов. Наверное, они актуальны все еще. Делает ли государство все, чтобы его простили? И делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Прошло уже вот и с момента фильма, и с момента, собственно, самого теракта достаточно количество времени. А сделали ли государство все, чтобы ему доверяли? В вопросе безопасности, в вопросе защиты своей жизни, чтобы каждый гражданин понимал, что да, я в своем городе родном, в своей стране родной защищен. Вы знаете, вот если все-таки отталкиваться от Беслана, то, во-первых, государство не признало своей вины. Там, безусловно, вот среди этих 330 погибших, но значительная часть это были погибшие не в результате того, что их убили террористы. Террористы, безусловно, преступники, заслуживают самого сурового наказания, это аксиома. И Шамиль Басаев преступник, это тоже совершенно очевидно, вопреки там, некоторым мнениям, что, так сказать, он там борец за свободу, ну, борец за свободу, но тем не менее террорист. И жители Беслана никакого отношения не имеют к возможной свободе чеченского народа. Но государство не признало своей вины, но в частности
я не знаю, вот в своей подводке вы касались исторической роли Маргариты Симонян в этой во всей истории, когда именно ее заявление, это тогда был такой большой дебют Маргариты Симонян на сцене вот этого обслуживания фашистского режима, зарождающегося тогда. Тогда этот фашистский режим еще не до конца оформился. Но вот как раз вот это вранье Маргарита Симонян, которая заявила о том, что в прямом эфире заявила во всеуслышание о том, что у террористов нет, террористы не выдвигают никаких требований, что являлось ложью, они выдвигали. И второе, это то, что количество заложников, если не ошибаюсь, там чуть больше 300 человек, в то время как заложников было 1100. Об этом прекрасно Маргарита Симонян знала. И вот это вранье, ну, террористы, естественно, как бы они все это слышали и говорят, ну, хорошо, сказали 300, значит, будет вас 300. И поэтому начали по-другому относиться к заложникам. И здесь на языке и на микрофоне, и на руках Маргариты Симонян до сих пор не высохла кровь убитых бесланских детей. Ну и, кроме всего прочего, сам вот этот штурм, который, в результате которого пострадали заложники, основная масса заложников была убита во время штурма и убита именно в результате штурма, о чем свидетельствуют доклады, альтернативный доклад Савельева и других участников этого процесса. Я думаю, что государство до сих пор не признало. Государство до сих пор не признало своей вины. А что касается безопасности, слушайте, ну вот яркий пример безопасности граждан России – это вот эта безумная война, которую Путин устроил. И результатом этой войны это неизбежно то, что война приходит на территорию России. Какая безопасность? Если вот эта вот война, ну мало того, что понятно, основное главное преступление совершается сейчас в Украине против украинских граждан, но война обязательно, она приходит в Россию, она обязательно придет в Россию в еще большем масштабе. То есть на сегодняшний момент украинская дипломатия, украинский президент ведет переговоры и, в общем-то, так сказать, ну как-то отодвигается вот эта планка безумная, которая была поставлена западными партнерами о том, что ни в коем случае нельзя переносить войну на территорию России. Это совершенно безумное условие. Так войны вести нельзя. Конечно, война должна прийти на территорию России. Другой вопрос то, что Украина не ставит своей задачей уничтожение мирных граждан. И не случайно вот те многочисленные уже последние практически ежедневные удары по военным объектам российским, они не принесли ни одной жертвы среди мирного населения, в отличие от ударов по мирным городам Украины со стороны российских ракет. Поэтому, но тем не менее, у меня нет никаких сомнений в том, что дальнейшая эскалация войны, она будет, если это эскалация, потому что Украина ставит свои задачи освободить всю свою территорию. И, конечно, в результате будут гибнуть мирные граждане. Как без этого? Это понятно, что военные объекты находятся недалеко от, значит, мирных, от жилых домов, и в войне мирные граждане гибнут. И это неизбежно. Поэтому о какой безопасности может идти речь? Какая безопасность граждан России, когда уже свыше 200 тысяч человек, российских граждан, погибли в результате этой преступной войны? Какая может быть безопасность? Какая может быть безопасность, когда уголовники, которых направляют на фронт, они сейчас милуются, становятся героями, возвращаются в российские города и совершают преступления? Какая безопасность? И главная опасность для граждан России сегодня исходит от российской власти. Не от государства, потому что в России не было за последние более 100 лет не было никакого государства. Это была мафиозная структура с самого начала. И сегодня эта мафиозная структура воспроизводится в новом качестве. И она, именно она, это вот та мафия, центр которой находится в Кремле, она представляет основную опасность. То есть опасность гражданам России исходит от самой власти. Игорь Александрович, а есть понимание того, что вот вы упомянули, да, сколько уже на сегодняшний день погибло российских военных в этой несправедливой, конечно же, не спровоцированной абсолютно войне России против Украины, там уже свыше 250 тысяч. Ну и тут важно понимать, а ведь всегда умалчиваются или не говорят цифры о потерях, даже если вспоминать Беслан, да, и теракт на Дубровке, да,
в театре, там тоже изначально, да, уменьшалось количество заложников, погибших. И как вы думаете, вот погибло 174 человека на Дубровке, а погибли дети в этой школе тоже, количество нереально большое, сейчас я вот даже уточню, 186 и 334 человека. Как вы думаете, с чем это связано? Это не профессионализм специальных служб или это сознательное действие, учитывая ситуацию в Бесламе? Игорь Александрович, минутка у нас буквально, добавлю. Я думаю, что это ложь, тут однозначно это ложь, потому что, извините, пересчитать трупы, пересчитать тела погибших, это, в общем, ну, задача не для спецслужб, это задача для школьников. Поэтому это сознательная ложь. И интересно то, что постепенно все вот сегодня нами названные теракты, они покрыты вот тайной следствия, либо же даже если говорят о конкретных людях, которые совершали преступление, сам процесс вот освобождения заложников, он остается такой тайной, либо полуправдой. Игорь Александрович, коротко, почему? Ну, здесь очень простая причина. Дело в том, что главная задача при... нам речи не идет. Главная задача смещена. Главная задача не освобождение заложников. Главная задача уничтожение террористов. И при этом таким образом, чтобы не взять свидетелей. Чтобы не было раскрыто преступление российской власти, которые привели к этому теракту. То есть, обратите внимание, ни один террорист, ну, там был один человек, которого в Беслане взяли, он потом очень быстро умер в тюрьме. Но и в Дубровке ни одного террориста не взяли живым. Хотя была прекрасная возможность. Они спали, их убивали сонными. Для того, чтобы не было выяснено, каким образом они прошли, каким образом этот теракт был организован. То есть, это новое преступление, совершенное для того, чтобы скрыть другие преступления. Спасибо вам большое за ваше время. Как всегда, рады вас видеть и слышать. Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.